Более 400 молодых ученых собрались на площадке Всероссийского форума научной молодежи РЛ-2016. Он стартовал сегодня в Академии наук в Якутске. В течение 4 дней участники посетят лекции, мастер-классы и примут участие в работе круглого стола. Делиться опытом с молодыми учеными будут ведущие лекторы России и республики. Подробнее о форуме расскажет Лена Ефимова. Ровно в 10 часов утра началось торжественное открытие крупнейшего мероприятия научной молодежи. Традиционный РЛ-2016 открывают доклады авторитетных ученых. Мы его подняли на новый уровень, на всероссийский уровень. Расширили саму конференцию там по 7 направлениям секции. Среди участников форума есть молодые ученые, которые в течение нескольких лет исследуют свое направление. Так, специалист Института космофизики Лев Тимофеев работает над созданием прибора, который может наблюдать за космическими лучами. Молодой человек работает над своим проектом вот уже 5 лет. Я занимаюсь разработкой новых методов детектирования Челенковского света от широких атмосферных ливней. Прибор штучный, разрабатывают специально в одном экземпляре. Если он будет достаточно удачным, то как бы пойдет масса усилий. Среди участников есть еще начинающие исследователи. К примеру, Динара Копырина. Девушка анализирует концепт лингвистики английского и якутского языков. Я исследую концепт язык, то есть получается, как воспринимают та или иная культура, то есть именно у меня на примере англичан и якутов. И через ассоциативные тезаурусы я смотрю, какие у них есть реакции на это слово, затем я анализирую. Современная наука не стоит на месте. Ежегодно в республике замечается рост количества молодых ученых. И несмотря на сложные экономические наши условия, всевозможные политические всякие события, у нас общий вектор как бы развития, у нас идет в сторону поддержки науки и научной молодежи особенно. Тем не менее, как отмечают молодые ученые, самой большой проблемой, с которой они сталкиваются, это финансирование научной деятельности. К сожалению, вот за последние, можем сказать, 3 года резко сократилось количество диссертационных советов в России, и в том числе и в нашей республике. Это, мне кажется, одна из таких вот важных проблем для молодых ученых. Для решения данной проблемы по инициативе представителей научных и научно-образовательных организаций в 2012 году в Якутии был создан благотворительный фонд поддержки молодых ученых. Основной целью фонда является именно поддержка вот молодых ученых для того, чтобы апробировать свои научные результаты уже не по республике, да, а по апробации в других регионах России и за рубежом. Будущее за наукой. Успех ученого измеряется качеством исследовательских проблем или строгостью методов. РЛ-2016 – это не только форум, где обмениваются мнения, а пласт для новых свершений и открытий новых научных высот. Лена Ефимова, Владимир Павлов, НВК «Саха-Якутск».